дни новогодних каникул гостей Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина встречал сам Александр Сергеевич и предлагал прогуляться по местам, где сам любил бывать в детстве. Свидетелями этого чуда стали более 11 тысяч посетителей. В залах музея установлены интерактивные картины, которые знакомят с историческими личностями, бывавшими в усадьбе Голицыных. Гости смогли увидеть Наполеона и Михаила Кутузова, беседу Павла I с Григорием Кушелевым. Персонажи оживших полотен рассказывают посетителям истории своей жизни и раскрывают тайны усадебного дома. В создании проекта, открывшегося в день 220-летия Пушкина, приняли участие актеры театра и кино Анатолий Белый и Евгений Стычкин. В этом зале оживает картина, рассказывающая о визите Павла I в Изюмы. После коронации он приехал сюда, и тут в честь него был дан Николаем Голицыным очень такой роскошный обед. Вот, и здесь вот как раз на этой картине идет об этом рассказ. Вот. Также есть несколько, немножко другие инсталляции, такие как, например, голограмма «Пиковой дамы». «Давеча дочь моя Софья поминала, что весь свет судачит о сочинении стихотворца Пушкина «Пиковая дама». При дворе де находят разительное сходство между мной и старухой-графиней». В интерактивной библиотеке все желающие могут посмотреть, какие книги собирали и читали братья Голицыны, а в подвале увидеть голограмму старинного бала. Открытие этой экспозиции во дворце стало первым этапом цифровизации музея, а в дальнейших планах – появление интерактивных программ в других помещениях и даже парке усадьбы. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».